Жители центра города, несмотря на банкротство ТЭЦ, в эту зиму будут с теплом. На внеочередной сессии горсовета единогласным решением депутаты выделили 95 миллионов гривен предприятию, что позволит его запустить. Мэр подчеркнул, что это не безупречное с точки зрения юриспруденции решение, но оставить без тепла горожан власть не может. Не мы с вами накопили долг нашему предприятию. Это накапливалось на протяжении, не знаю, 10, 15, 20 лет. Единственное, что мы смогли сделать, это вступить третьей стороной в судебный процесс и поддержать для того, чтобы вернуть предприятие в рабочее состояние. Ситуация могла быть гораздо... 95 миллионов гривен – это необходимый минимум для того, чтобы «Нафтогаз» мог начать поставки топлива на ТЭЦ. Это решение также поддержала фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. Когда государство бросает людей на произвол судьбы, городской бюджет вынужден, пускай в ручном режиме, пускай корректировать, но выделять деньги для того, чтобы тепло дать в одесские дома. И сегодня фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова поддерживала данный проект решения, очень сложный, очень непростой, для того, чтобы тепло появилось в домах у одесситов. 90 миллионов одесские финансисты нашли в нераспределенных расходах бюджета развития, еще 5 миллионов найдут в общем фонде. Урезание других статей бюджета не произойдет, уточнили в профильном департаменте. В будущем власть планирует экономить с помощью теплосчетчиков и замены теплосетей.